Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, а также Юрчик. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Битва автоугонщиков». Привет, народ. Итак, ребята, сегодня у нас будет битва автоугонов прямо в центре Лос-Сантоса. И сегодня мы спрячем друг от друга по 6 машин, постараемся их найти и проведем как можно больше испытаний. Поэтому, Юрец, ну погнали, готовиться. Давай. Итак, ребята, первая машина — это у нас Феррари Аперт, и поставил я ее вот здесь. Вторая машина — это опять Феррари, и поставила я ее вот за этой витриной. Третья машина — это у нас Бугатти Широн, и поставил я его в бассейне. Четвертая машина — это у нас Ламборгини Центенарио, поставил я ее на крыше. Пятая — это Ламборгини Уракан Перформанта, и поставила я ее вот таким вот образом. Ну и последняя машина на сегодня — это у нас Феррари, очень дорогая, поставила я ее так вот на козырьки. Ребята, все машины мы спрятали, поэтому полетели искать тачки Юрки. Окей, ребята, все машины мы спрятали, Юрец, погнали искать тачки! Труц-труц. Ну, Труц-туц-туц. Так, ну что, рассказывай. Рассказывай, что ты сегодня мне приготовил. Какие тачки вообще? Хорошие, плохие? У меня ништяки. Ништяки? Хорошие? Прям крутые тачки, то есть, да? Да. Хорошо, я тебе тоже сегодня поставил очень дорогие, очень быстрые, самое главное, машинки. Поэтому ищи, ищи, не пожалеешь. Даже хотя бы там две найдешь, уже так, будет неплохо. Так, а я что-то одно нашел уже вроде. Чего ты нашел так быстро, алё? Так, да. Чего ты нашел? Что-то в бассейне, не знаю пока. В басике? Черончик. Черончик в басике. А я пока вообще ничего не вижу. Ребята, если пропускаю машинки, то в комментариях, как всегда, тайм-кодики пишите. Только здесь есть мои тачки, поэтому если что, вы мои не пишите. Я что-то... Стопэ. А что такое? А что такое? А что такое там на крыше стоит? Подождите-ка. Хм. Это что-то интересненькое, ребят, но плюс как-то пролететь. И да, это у нас... О, это Формула-1, ё-май, это хорошо. Есть это... такое, а, есть стопэ. Такое. Мне показал. На крыше, напротив, еще одна стоит. Я совершенно случайно нашел машину, и то спалился автомобиль благодаря бомжу, который рядом у стекла валялся. Я понял, нормально. Короче, я нашел две машины тоже уже, на самом деле. Это причем две Формулы-1, да? Офигенно. Вот там вот сверху стояла еще одна. Прекрасная история. Жопа. Мне пока это нравится. Не заметишь, это... А я когда эту забирал, короче, голову поворачивал и заметил, что там на крыше стоит, представляешь, другая еще. Прикольно. Жопа. Это хорошо, хорошо получилось, хорошо. Так, окей. О. А у тебя что на базе? У тебя здесь уже Феррари стоят. И Бугатти. О, это димоновская тема. А, так, где же я там машину видел? Мне там показалось? Да, мне показалось. Да. А, так, где-то я еще видел, да? Где, а где я видел? А вон там я видел. Все хорошо, сейчас. Сейчас заберем. Сейчас заберем. Здесь у нас была вторая тачка, да? Вон но там сверху нет, на крыше. Так, так, а как туда добраться? Так, а как туда пробраться? Я еще в зоне? Добраться, да, пробраться. Это еще зона, охренеть. Так, это у нас где-то здесь. Вот она. Слушай, она такая же, нет, или что? Ну-ка, ну-ка, такая же или что? А, байк в воздухе завис. А, так, сейчас где-то... О, нормально, так я сократил, хорошо. Чего? Да ладно! Я нашел еще одну тачку. Знаешь, как я нашел сейчас? Я, короче, с крыши, на которой ты поставил машину, я перелетал на другую крышу, потом прыгал на асфальт и на балконе заметил машину. Нормально такое, многоходовочка. Прошло 3 минуты. Кстати, да, я нашел еще одну машину. В воздухе застрял. Чего ты нашел? Черную Центенарио. Ё-моё, у тебя сколько машин тоже? 3, да, получается тоже? 3 у меня, всего. Да? А, так, а где та тачка-то была, которую я заметил? Где-то здесь вроде бы, да? Хорошо. О, здорово. А у меня 3 тоже есть, получается. Теперь я понял, что ты нашел, я только что ее видел. Так. Что ты видел сейчас? То, что ты нашел. А что ты видел сейчас? Машину твою. Которую я привез, ты имеешь в виду? Или которую... Вот, которую ты сейчас хочешь забрать. Где она стоит? Где-то здесь. Это что ты сейчас, кажется, спалился, Юрец? Может быть. А что я здесь? А что я здесь? А, ты хороший, Юрец, ты чё? Мне просто меня удивило то, что я 20 раз не заметил. Юрец, ну ты вафля, как? Сам ты вафля. Ну ты молодец, хорошо, конечно, спалился. Я такой, а что я тут нашел? А я другую тачку-то нашел, которая на балконе стоит. А-а-а. А ты такой, а вот та самая тачка. Нормально, хорошо, спасибо, Юрчик, спасибо. Понимаю.
Без тебя я бы не нашел. А, так, значит, ну, может, нашел бы, но позже. А, где-то здесь на балконе. Слушайте, быстро так на самом деле все дело произошло. Здесь сверху, да, вроде бы стоит у нас четвертая. Вот она, да. А почему-то F1 формула почему-то без носа. Интересно, конечно. А, ладненько, везу ее на базу. А я что-то ничего найти не могу. Может, там Чирес здесь видел? Ты там скажи, может, что здесь есть? Может быть, может быть. Так. Четыре реально, машины. Где машина-то еще? Четыре тачки. А, стоп, знаешь, что заметил? Они все это Формула-1. Спасибо тебе, Рез, потому что это, по идее, очень быстро. Дорого или нет, я не знаю. Ребята, кстати говоря, что по цене вообще без понятия у этих машин. Вы пока в комментариях можете потихонечку писать, как вы думаете, сколько стоят эти Формулы-1. У меня там Центенарио и Бугатти. Центенарио, Бугатти, еще что-то нашел, да? Хупер нашел. Хупер, нормально. Это ты, конечно, хорош. Так, а где еще тачки? Там мне бы еще две найти. Не помешало бы. Так, здесь у нас билбордики вызывающие. Билбордики, билбордики. Так, здесь у нас ничего. Здесь что-то ты нашел, так, я понял. Так, у меня четыре машины всего. Где еще две, колись? Ну вот, не знаю. А твои где две? Признавайся. Где-то... Здесь пусто. А где бы еще а здесь были рядом. Тачки, да? Где-то... О, хорошо, я просто поехал по каемочке и нашел это... О, это, короче, Lotus, да? Это, ну, это не F1, правда, это какая-то F2, F3, но это неплохо, это очень хорошо. Отлично. Такое себе. Трыц-тыц, отлично. Вау, на чем я подлетел-то? Не знаю. Тетя, извините, красиво. Не хотел я. Так просто получилось. Я, правда, переехал еще несколько раз. Да, господи, поехали уже. Ну, да. Это моя пятая машина, прошло 6 минут и... Где еще твоя последняя? Мне бы тут последнюю найти, прям вообще идеально было бы. Блин, ну, она ну, капец ну. Как бьется во все подряд, это вот низкая, получается, низкий лотус. А что по зоне? Давайте посмотрим просто зону. Да сейчас мы так вот я проверю. Это получается еще вот здесь до самого края можно ехать. А, через перекресток, да? То есть здесь ты нашел мою машину. Господи, да ё-моё, а? Где... О! McLaren Optimus Prime, да? Нашел. Отлично. Что нашел? Что нашел? Ferrari F80. Это прям очень дорого. Как ты заметил? Заехал на крышу и заметил. Серьезно? Она вроде так стоит, как бы. Что ну, я случайно заметил. Что и просто заметить. Ладненько так, а главное, где как говорится, еще? Крутить головой. Главное... О, здорово. Нормально, там машину нашел, конечно. Так, а осталось найти по последней. Нас с тобой еще сейчас по 5 машин, серьезно? Пока что да, но если честно, я уже здесь был такие... везде просто. И я пока не понимаю, куда еще их... Блин, такие здесь места прикольные, здесь пусто, как оказывается. Может, внизу что-нибудь здесь? А, ну-ка, ну-ка. Нет, здесь не может быть ничего. А в соседнем, получается, доме есть такое же интересное место. Давайте мы сейчас прокатимся по-быстрому. Так, тут получается, что вот здесь, здесь вот, был. Да? Вот здесь куда есть бы такое... ты бы за ноги не мог машину? Думай, вот как носок. Такой же... Думай, как носок. Чтобы думать, как носок, нужно быть носком, поэтому, Юрец. Да. Время надо тебя... обкуриться, чтобы понять. Время тебя натянуть. Если только так. Так, значит, мы сейчас... Время а... натянуть, звучит даже не ну, в смысле, как носок, алло. Такое. Так, это сейчас... Чем носки натягивать? Ну, а ты, а что с ними делаешь? Одеваю. Ну, а когда они маленькие или, не знаю, после бассейна, например? Натянуть маленький носок. Когда нога, типа, влажная, ты его натягиваешь. Что ты мне рассказываешь? Нормально. Так, здесь пусто. Так, ребята, прошло у нас 7.40, и я не вижу последнюю машину. Где ты мог припарковать-то, е-мое. В этом квартале я почти все объехал, проехал. Почти все. Там я вроде как даже пролетел на машине, пока ехал. Ты с тобой там вроде знаю, машина. В сране какой-то. А, вот здесь я еще, кстати, не все обыскал на самом деле. И по так, времени, а ребята, остается всего лишь 2 минуты у нас. Пуру-пуп! Всего лишь 2 минуты, туру-ру-ру-ру, 2 минуты, туру-ру-ру-ру. Блин, ну, максимально пока тупо и не ест. Блин, а чё, я реально не знаю, куда ехать. И здесь вроде как, ну в этом я обыскал, здесь есть что-нибудь интересное? Старые этажи, тут нет не ничего. Не вижу, может быть здесь, кстати говоря. О, нифига себе, запрыгнул, прикольно. Я пытаюсь твои нычки вспомнить и что-то... Мои нычки пытаешься вспомнить. И не вспоминаются, да, мои нычки? Не, блин, эти кометы постоянно с пантологии сбивают. На каждом шагу катаются. Пантологии. Короче, осталась минута у нас с тобой, что тебе сообщаю, оповещаю. Блин, прямо где-нибудь на балконе, мне бы забраться как-то... От этого машина быстро не найдется. Я думаю, знаешь что, сейчас я заберусь как-то повыше.
Здесь же по лестнике можно, по идее, заехать, да, ведь? Давайте сейчас разберемся повыше. Я здесь твои тачки тоже искал, но чуть ни херошечки не нашел. Давай, 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 давай. Так, может, нормально. Может, где-то в самом начале стоит, на билбордике, типа. Кстати говоря, ты так не ставил, скажи по-честному? Не знаю. Нет, твои, к сожалению, найти не могу. Да, такое. Так, а может быть, что-то... А, стоп, здесь такое еще место. А есть чего манация? А, она закрыта, я понял. А что по времени? 25 секунд осталось. Я хочу подняться еще сюда, вот наверх. По-любому как-то ну простенько стоит. Просто, блин, но не доехали мы. Ну, я не доехал. До твоей, может, в любом случае. Нет. Короче, Юрец, время заканчивается. Предлагаю время остановить. И давай с тобой покажем по последней тачке. Знаешь, прикол? Сейчас, короче, я когда забирался, пытался найти, типа, ну, высокую точку, но я заехал прямо к своей машине. Прикинь, я так и думаю, блин, обидно. А, ну да, ее с земли не видно, туда чисто подняться. Да, 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 да. Да, так, а показывай свою. Жестко-жестко стоит, жестко. Жестко-жестко. Моя стоит классически. Где? Где? А, в басике? Ё-моё, это что такое вообще? Это что-то... А, да, какой-то черный гоночный, прикольненький такой, с огромными задними колесами. А, ладненько, ну, в принципе, сейчас опять машину мы нашли, рез в плане цен, я даже не знаю, ребят. Давайте пока в комментариях пишите, как вы думаете, кто здесь зарабатывает бал. Но у тебя супер дорогие тачки. У меня три дорогих машины, у меня Bugatti, считай, три. Центенарио где-то 3500. Сколько стоят эти вот ребята Формулы-1, я не знаю, поэтому пока в комментариях пишите. А мы, ребята, погнали на первое испытание. Давай. Так, ребята, время для испытания под названием «Кольцевая гонка». Это будет интересно. Две Феррари, получается, у меня Формула-1, у тебя обычная. И давай отсчет. Три-два раз. И вот это, конечно, яма скорости. Вот это, ребят, конечно, скорости. Я просто в шоке. Но, хотя не так уж и быстро, но неплохо все равно. Так, это мы сейчас поворачиваем. Вопрос, что по ветрякам будет, сейчас посмотрим еще. Поэтому не расслабляйся. Я очень сильно надеюсь, что ты взорвешься, потому что тебе пару ударов и ты... Кстати, да, такая она вафельная машинка. Раскривушкин. Так, это есть тайминг. Не поймал, но пролетел я. О, нормально тебя впиндюрило. На колеса, поехали. А ты там как? Ты что, приезжаешь? Ты что, проехал? Чистый проход. Алле! Чистый проход по таймингу, просто на шару прямо ехал. У меня колеса пошли восьмерка, и я не успею. Я так-то быстрее, но я не успею догнать тебя. Ё-моё, обидненько. Чисто на шару поехал. Хорошо, ладно, бал за тобой, гон на второе испытание. Давай. Итак, дамы и господа, у нас смертельные шашки на кону, и это у нас Huracan Performante против Феррари. Ой, точнее, это не Феррари, это уже что, это Инфинити какая-то. Короче, неважно. Давай отсчёт, Юрец. Раз, два, три. Поехали. У тебя Huracan Performante. Ну, конечно, кататься такое себе. Но здесь сам понимаешь, элемент везения, да. И, говоря, по скорости ты прям идешь сзади меня, если что, поэтому. Но понимаю. У меня же длинная, капец, ты конечно. Потерял. А, у меня нос у себя. Нос у меня с собой, я его не потерял, все нормально. Ёб тык-дык. Тык-дык? Юрец уже поскакал. Тык-дык-тык-дык. Вот именно. Тык-дык-тык-дык. Так, а ну-ка, сейчас поворачиваем здесь налево. Поворот, заворот. Не, вот то, что я врезался, это плохо. Ну да, я пока не врезался еще. Надеюсь, что я не буду. Так, прям здесь пролезаем. Максимально плохо. Ой-о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 й. Хорошо, проехал. А, ребят, то все будет живешь, как бы 5 испытаний, я сам не знаю, просто везет. Все будет 5 испытаний, это второе испытание, и я прям, ну, лечу. Лечит. На лечит, самом деле, то мне есть шанс. Тебе только в базу-то надо и все. Да. И я этим как раз сейчас почти занялся. А теперь жопа. У меня минус нос. Ах ты жопа. Красиво, нет, бот! Да, хорошо-то как, ты видел, да, как я шел, блин, врезался нормально. Ну, стал. Но всё, не, да. Я, короче, уже в полете летел, то есть я бы ничего не смог сделать, ну, я чисто в бота врезался. Окей, ребят, это балл за мной, это хорошо, это уже что у нас там получается, 1-1 по баллам и гоу на третье испытание. Давай. Итак, друзья, у нас здесь испытание под названием «Дерби. Две жизни». Я взял, короче, Мерседес теперь, а ты взял, что там у тебя? А, F80, поехали. Поехали. Ну я, конечно, единственное, что у меня проблема, это развороты, потому что я очень длинный, и разворачиваться-то мне будет тяжело, на самом деле. Мне больше всего напрягает нос-лопата. Нос-лопата, да. Вот ты задрал уж. Езжай сюда. Чё, как? Полетишь? Полетишь, да? Ты полетишь, я сказал. Хорош. Так, 1-0, раунд 2. Ладно, поехали, ты здесь прямо. Ладно, поехали.
Подожди. А. Понял. Максимально тупо было сделано. Ладно, 1-1, поехали. Я даже не успел увидеть, как ты упал. Ладно. Что-то я просто не рассчитал, короче, скорость просто. Ты езжай сюда уже. Да я здесь. О-о-о, фига себе, мне это нравится. А, сейчас что-то не нравится мне это. Так это был этот. Подъем. Это был подъем просто. Ты охренел, что ли? Ну, это слишком быстро, это... Да. На. Я газ тормозом перепутал, зараза. Это же за. Ладненько, балл зверцам 2-1, и гона, четвертая испытаница. Давай. Ну что, ребята, время для испытания под названием «Прыжок веры». Это будет максимально интересно, потому что здесь вроде как две быстрые машины. И, короче, поехали. Надеюсь, мне сейчас повезет. Меня ударило, но я вроде как в сторону улетел. Оуч. Ты тоже? Да, ну колеса! Далеко собрался? Ха! Ха, хорошо! Если на колесо встал, доехал бы. Хорошо, 2-2, ребята, время для решающего испытания. Давай. Ну что, ребята, время для решающего испытания, последнее. Это у нас, короче, испытание съезд горы Чили. И это будет интересно, поэтому погнали. Я, правда, очень низкий и... О, как я вверх-то полетел, чего? Странно. А, надеюсь, сейчас я проеду далеко. Но, ребята, вы пока в комментариях пишите, кто зарабатывает балл за стоимость тачек. Потому что пока непонятно, у кого есть балл. Давай, но... поехали. Уф. Ауф, говорит. Я чуть не встал. Такой, да, поехали, ауф. Ауф. Это чисто Андрюха стайл. О, хорош, камни, самое главное, что я пролетел, это меня радует. А ты там как? А ты там как, все, в елочках стал? Не в елочках. Мне развернуло, но я ползу, но... Мне скорость не хватит, да, ко мне въехать? Да? И все? Все? Да? Блэд. Встал, да? Хорош! Короче, как хорош! Он... А не, стой, я поехал! Меня камни чего? Протащили, чего? Чего? Я по камням съехал! Ладно, я вернулся на то место, так, где я стоял. Тихо. Я вернулся обратно, где я стоял. А в смысле камни? Че это такое? Ты херел? А как он хорош, растворился? Спасибо! Прям так, в меня. Хорош. Я ребята, говорю, кажется, вот сдвинулся, но я просто обратно потом встал, потому что думал, вот что это уже всё. Вот этот Чирон, он, короче, вообще какой-то другой стал. Да? То есть он и 390-400 едет напрямую на шашках, то есть вообще охренеть. Нифига себе, так это едет сейчас на лотосе. Хорошо, прям очень, очень хорошо иду. А ты встал? Встал, да? Да, я встал. Да, пензи, конечно, твой мне помог хорошо, потому что я уехал аж вот сюда, получается. Короче, ребят, ну в целом, это мой балл, 3-2 по... испытаниям. Ребята, все, балл за стоимость. Кому, я пока не знаю, поэтому в комментариях пишите. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. Пока, народ.